этом ролике мы расскажем об обжимном станке РВД МК-85. Станок предназначен для опрессовки наконечников на рукавах высокого давления. Рассмотрим характеристики станка. Сила обжатия станка составляет 360 тонн. Напряжение 220 или 380 вольт. Давление в гидросистеме 31,5 мегапаскаль. Объем бака 50 литров. Вес станка 280 килограммов. Основные составные части станка. Голова для обжима. Индикатор уровня масла. Манометр. Панель управления. Электродвигатель. Электромагнитный распределитель. Электрошкаф. Порядок работы. Первым делом нужно подключить станок к источнику электропитания с помощью кабеля с электроразъемом. Затем произвести подключение питания двигателя. Затем откручивается горловина для масла. В бак заливается рабочая жидкость. Объем контролируется с помощью индикатора. Включить станок нажатием кнопки «Пуск» на панели управления. Выбрать необходимый набор сменных кулачков в зависимости от диаметра обжимаемого наконечника. Установка набора кулачков производится с помощью намагниченного экстрактора. Регулируя выдвижение матриц в головке кнопками «Обжим» и «Открыть», кулачки зажимаются в матрицах. Произвести регулировку обжимки с помощью лимба. Работу по обжимке РВД можно вести как в ручном, так и автоматическом режиме переключением тумблера на панели. Автоматический режим осуществляет процесс обжимки с помощью педали управления. Спасибо, что посмотрели наше видео. Не пропустите новые ролики про обжимные станки серии МК.